сейчас есть другие меры поощрения. Они, на мой взгляд, ну и не только на мой, конечно, недостаточны. Это дают, допустим, абонементы в бассейн, в фитнес-зал. Ну сколько могут они раздать абонементов? А если это будет на предприятии, то, может быть, человек вместо того, чтобы пойти в курилку, он пойдет в тренажерный зал и позанимается, пусть те же 15 там, минут. И этого будет достаточно. Потом многие предприятия сейчас работают, начали работать над здоровым питанием. Поскольку многие серьезные предприятия у нас в регионе, мы вот смотрели на механическом заводе, потом на... Ну, на многих, на некоторых еще предприятиях, там, где сейчас я, может быть, сразу их все не назову, где очень серьезное внимание уделяется здоровому питанию. То есть они вводят достаточно в рацион продуктов богатых, там клетчатка, это овощи, это фрукты, и у человека должен быть выбор. Или съесть там то, что вредно, и он прочитает на плакате очередном, что это вредно, что это ведет к увеличению массы тела. Либо он возьмет то, что будет на другом плакате, и где будет написано, что вот это вот полезная еда.